Добрый день, и хочу вам рассказать по поводу сочетания клавиш Ctrl плюс D. Это обозначает повтор действия. А именно, если, например, вы что-то перемещаете и нажимаете потом Ctrl D, то программа будет повторять ваше перемещение и перемещать ваш объект на то же самое расстояние. То есть Ctrl D – это просто программа повтора действия. Вот, например, у меня прямоугольник. Я его выделила, переместила в сторону и отпустила. Что я сделала? Я сделала перемещение прямоугольника. Если я сейчас нажимаю сочетание клавиш Ctrl-D, то программа на то же самое расстояние, в том же самом направлении, этот же объект еще раз перемещает. То есть она повторила мое действие. Если я, например, использую вращение одновременно, да, вот я поставила точку центра, от которой я буду вращать. Я начинаю вращать мой объект. Нажимаю кнопочку Alt, и он у меня копируется. Все, больше ничего не сделала. То есть я повернула и скопировала. И вот в данном случае при нажатии Ctrl-D будет копироваться. Но если я сделала вот что. Я выбрала прямоугольник, выбрала точку, от которой я буду поворачивать, начала вращать объект, повернула его и отпустила. То есть я действие копирования не совершила, я совершила только поворот. При нажатии на кнопку Ctrl-D программа будет повторять тот поворот, который я совершила, но без копирования, потому что копирование у меня не происходило. Соответственно, еще раз, Ctrl-D – это повтор предыдущего действия. Если вы хотите, чтобы программа, вот то, как мы рисовали снежинки, нарисовала вам снежинку, то вам нужно выбрать объект, поставить точку, от которой вы будете вращать, сместить объект, скопировать его, нажать Alt для этого, отпустили. Вот, я совершила поворот с копированием, и теперь говорю Ctrl-D, в этот момент у меня программа понимает, что я хочу еще раз сместить этот объект и его скопировать. Попробуйте это сделать, и у вас обязательно получится.